С диагнозом хроничный гнойный средний отит многие пациенты живут все жизнь. Это может быть как природженная особливость, так и ускладнение простудных захворываний. С тягом часу такие люди, звичайно, амаль страчивают слых, а разом с ним и махшимость полноценного социального життя. У часы обострения хворобы и снования у вогули сдается немахчимым. Это ужасно головные боли, это ночью невозможно спать. Ну, эту боль просто не передать словами. Христине Тимошенко 30 годов. Она захворела еще у дятинстве. Назиралась у Житковичах, где живе, неодноразово трапляла у отоларингичное отделение Гомельской областной больницы. Лечение допомагало, але ненадолго. И вот зараз, после операции, у ее есть махшимость назавсёды развитаться с больницами. Сутность хворобы, хроничный гнойный отит, заключается у тым, что у человека начинают разбураться слуховые костки. Сучасный титановый имплант заменяет хворый орган, и до пациента вертается махшимость чуть. Вот у этих скринках лежат те самые титановые импланты. Для некого один шлях полепшить якость життя. Але, конечно, без золотых рук хирурга это просто складанная техника. Зараз такие операции проводят 4 врачи высшей категории отоларингичного отделения Гомельской областной клинической больницы. Никакого специального научения яны не проходили. Кажут, что хапило в опыта и смелости, как освоить этот процесс самостоятельно. Хотя без майстер-класса от столичных коллег все ж не обошлось. На сегодняшний день проведены 16 операций. Прикладно одна у тыдень. Усе поспяховые, ускладнения выявлено не было. Вот тут проводятся те самые высокотехнологичные операции. Выкористовывается такое складанное обсталявание. Зараз идзе падрыхтоўка да чарговай операцыі, зусім хутка яшчэ адзін пациент атрымае магчымасць добра чуць. Нами создана база данных пациентов с хроническим гнойным средним отитом Гомельского региона. Более 100 человек на сегодняшний день в этой базе. И непосредственно мы сегодня имеем возможность каждого пациента пригласить к нам на контрольный осмотр и определить показания для выполнения слухоулучшающей операции. Покуль провести операцию по трансплантации пропонуют только молодым працездольным людям. Але станучий опыт гомельских медиков и то, что лечение проводится за державный кошт, открывает махчимости полепшить свое здоровье усім жыхарам Гомельшины, якія мають потребу у такой операции. Настасья Кучинская, Ігор Марышченко, телерадиокомпания Гомель.